Всем привет, друзья! Такую вот красоту хочу вам показать и выставить на продажу. Нержавеющий Дамаск, твердость 58 единиц, все они с формованными ножнами. Ну и сейчас крупным планом покажу. Извиняюсь за ветер, друзья, погода ветреная, походу дождик намечается. Итак, кому понравится ножик, пишите мне на WhatsApp, телефон я оставлю под видео. И еще одна новость. За подписку на мой канал Telegram получаете автоматически скидку 500 рублей на данные ножи. Сейчас давайте крупный план каждого ножичка. Кому что нравится, пишите, задавайте вопросы, отвечу с удовольствием. Сразу по цене, который с инхрустацией вот с таким вот лосем, он стоит 20 тысяч. Вот эти вот три красавца, назовем их шейные ножи в том числе, они стоят по 17 500. И вот такой вот со стабилочкой финочка с Макумы Гана стоит 18 500. Первый экземпляр. Кому понравится, значит, давайте прям по экземплярам. Итак, экземпляр номер один. Такой вот Дамаск, красивый такой узорчатый рисунок. Плюс, да, плюс его это то, что он имеет хорошую вполне твердость, и он не ржавеет. Ручка с такой подпальцевой выемкой. Небольшая такая, знаете, ухватистая рукоять. И вот такие вот ножны. Так вот он сидит. Так вот он сидит в ножнах. Ничего не вылетает. Так, это экземпляр номер один. Экземпляр номер два. Вот, я почему-то так назвал их шейные ножи, потому что, ну, небольшие такие ножички. Ну, конечно, они все под охоту предназначены. Все они такие, видите, ухватистые, вот именно под шкуру. Значит, вот. Вот следующий экземпляр номер два. Везде мозаичные пины, стабилизированный черный граб. Вот такой вот ножичек. И вот так вот он сидит в ножнах. Такие вот ножны. Так, это экземпляр номер два. Номер три. Номер три. Так, это вот не смотрите, это все... Ну вот, видите, она оттирается, это латунь. Потемнело, когда ножны формовались. Так, экземпляр номер три. Такой вот финский ножичек. Небольшой ножичек, очень удобный. Ну, под рыбалку, подо все он, наверное, подойдет. Как рыбу шкерить, так и там драть козлика, там, да, там, ну, без проблем. Любого зверька можно спокойно им так ободрать. Вот такой вот ножичек. Это у нас экземпляр номер три. Так, он сидит у нас... Вот так вот, в таких ножнах. Вот в это он одет. Это третий. Так, четвертый ножичек. У нас он чем-то похож, но у него клиночек чуть пошире. Такой бушочек. А здесь 3,2. Он не тонкий. Клин, сведение. Сведение 0,4. Удобный. И, соответственно, его одежда. Ну, кому по желанию, можно шнурок вот сюда вот, да, и носить вот так вот, носить его там в кармане внутреннем, там, или в, ну, в рюкзаке, неважно, ну, в общем, все предусмотрено. Вот, это четвертый экземпляр. И пятый экземпляр, это у нас финочка, красавица, стабилизированной карельской березой, больстер из Макумы Гана. Вот так вот. Ножны тоже, соответственно, финского. Да, так. Да, вот так вот рисунок. Я хочу всю рисунок, чтобы вы смотрели. Здесь очень красивый рисунок. И такие вот ножны финского типа, которые можно носить на поясе. На свободном и жестком подвесе. В принципе, на этом все, ребят. 5 ножей. 5 ножей готово. Пожалуйста, заказывайте, кому что нравится. И мы вам отправим день заказа. Ух, ветер начинается, мужики, я. Все, всех жду. Пишите, звоните и не забывайте подписываться на Telegram.